Всем доброго дня. Привет. Вот Наташа, бьюти-блогер нашего канала. Но она не любит, когда я это говорю. Я бути-блогер. Бути-блогер, бутик. Вот. И сегодня у нас необычное видео. Наташа, показывай, рассказывай. Начнем с того, что прохну. Прохну на руках, на ногах. Всегда смотрю на теле у женщин. Я всегда смотрела и восхищалась. Такие красивые все эти узоры, вообще замечательные. Целые салоны здесь работают на это. Женщины ходят, делают эти украшения на руках, на ногах. И вот, Оль, у тебя же ученицы сколько? Им лет, и они ходят в школу с этими украшениями, да? Да, пятый, восьмой класс, двенадцатый. Детям 9 лет, 9, там, ну, красиво, да? До 17, да? Да. Ну так вот, Олю подвозит очень любезная ее начальница мисс Джахан днем после работы. И получается, я заметила у нее на руках, и дочка была, да, в машине? Да, дочка была в машине ее. И я заметила уже стертая на руках вот эта хна. И я всего лишь спросила: о, мисс Джахан, там, привет. А сколько эта хна у вас уже держится на руках? Сколько она обычно? Она говорит: неделю. И начала рассказывать, что, ой, это мы ходим, я спросила, это вы сами делаете или в салоне? Она говорит: нет, в салоне делают очень быстро, очень красиво, очень недорого, я тебе дам там эту информацию про салон. Она такая: не-не-не-не-не, я только спросить. Короче, я только спросить. Сказала, что это уже неделю, держится она, в принципе, только неделю. Я говорю: ну ладно. На следующий день приезжает Оля и говорит тебе, ну, с мисс Джахан, тебе мисс Джахан подарок это привезла. Я такая: что? Короче, вот этот вот она пакетик привезла. Тут вот такая красота. Так, клади, сейчас буду показывать. То есть, понимаете, трафаретки. Это узоры, они отправили. Отклеиваются, и вы можете делать себе сами узоры на хну. Посмотрите, какие классные. Ручки, ножки, вообще такие маленькие, как татушечки проверить. Какие-то лебеди даже. Сердечки. Мы просто такого не видели, хотя много сувениров вам показывали. Видите, вот Дубай, парус, видимо, это все можно купить в сувенирных салонах. Вот как она выглядит. Но мы такого не видели нигде никогда. Ну, да? Я не обращала внимания. Смотри, не обращали внимания. Это же еще не все. То есть, вот это я уже, конечно, сейчас покажу. И вот что было еще. То есть, сама хна. То есть, хна-то продается. Я не помню, не знаю даже, сколько она стоит. Ну, это был подарок, мы не знаем, сколько она стоит. Но она продается. Я очень часто видела. Значит, что она сказала? То есть, и Наташа уже даже пробочку взяла. Пробу. Пробу. Не забудьте, это важно, если вы аллергенные. Что она сказала? Как я не смотрела никак делать нигде, ни в интернете, ничего. Значит, как мисс Джахан меня с дочкой научили. Значит, что сделать? Ну, первое, пробу сделать. Ну, ничего нету. Правда, вот осталось, да? Слава богу. То есть, пробу, нет ли аллергии. Потом, ну, чистые руки. Мы же на руки собрались делать, да? Я вот ну, вроде, да. Мы решались, думали маленькую делать. Потом подумали, вам будет неинтересно какую-то маленькую финтифлюшку. Сейчас просто здоровую руку будем делать. Не знаем, как получится. Не знаю, как, потому но что... Но вы уж, пожалуйста, лайков-то нашлепайте, будет я приятно. Я же прямо у меня руки торгуются, я не знаю. Потому что одну руку не делаю, делаю всегда две руки. Потому что даже... Да, вот как бы странно будет, у тебя одна рука, а второй нет. Ну, я бы сделала на одну руку. Но у них это считается, вот Индия, Арабы, вот даже они браслеты когда продают, да? Вот браслеты, они всегда тебе дают два. Стоять, ты же будешь снимать сейчас. Я же спросила, когда... Да, я пока буду снимать это, потому что оно запачкается. И я спросила, что вы мне всегда два браслета даете? На меня продавец так смотрит и говорит. Я говорю, ну это традиция какая-то принята. А он говорит, ну да, это как бы незавершенность на одной руке. Я говорю, а так, все видео понятно. По этот браслетик, да? Оставлю в описании, кто не видел, как Наташа вот, его покупала поэтому, года два назад. Честно, я бы сделала на одну руку. Ну как, типа... Ну да, давай, чтоб... Моя начальница не расстраивалась, давай да, уже как-то на две руки, смотрю, она приедет, ты ей покажешь. Да, уже как-то будет это, уже... Ну вот, представляете, делать. Такой даже вы сувенир можете привезти, я не знаю, своим там дочкам, племяшкам, ну, молодежи точно будет развлечение. Конечно, мастерицы делают такие узоры, укачаешься, там такая красота. Но может, когда-нибудь и в салон зайдем. И они сидят тут просто себе там дын-дын-дын-дын там на теле, там вообще такие росписи. Так, короче, значит, она сказала, берешь этот, наносишь хну, потом час... Ходишь, держишь это все на себе час целый. Это то есть как ногти накрасить, да, такие это. Самое это незащищенное как там существо на земле, да, женщина с покрашенными ногтями или человек какая-то. По помытому. По помытому не ходить. Так и вот это теперь час с этим сидеть, потом. Это специально сходили, вазелин купили. Сколько он стоил, не помнишь? Вот вся баночка 8,40 стоит. То есть где-то $2,5. Да, есть меньше, есть больше. Еще не открывали даже. Короче, после часа откроем. Потом, значит, час сидишь вот с этим, она сказала. Потом берешь вазелин, намазываешь густо это все вазелином.
ля-ля-ля-ля-ля, значит, руки обтерла, и потом смываешь водой. Я говорю, водой смыла, она говорит, без разницы. Вот, и все. Короче, давайте пробовать. Давайте сейчас просто будем пробовать. Вы комментируете. Я немножко не знаю, тут видно, не видно, так наискосок отрезала. Ты представляешь, наш канал смотрит большинство мужчин. А что, мужчинам нельзя делать? Мне больше 50%. Да? А комментируют в основном женщины. Мужчины, а прокомментируйте, пожалуйста. Я не знаю, вы канал смотрите-то, ну вот. Так, какой, левый или правый? Я не знаю, на руки трясутся. Ну давай, ты же правый будешь сначала рисовать. Давай левый сначала. То есть левый сначала? Так, давай отдирай сначала. Правый, левый, подожди. Значит, правый рисовать. Значит, вот этого, да? Да. Налево. Так. Я боюсь, что тут какая-то рука, какая-то аномалия. Ну, не знаю, как это держать. Ну, давайте, что получится, как бы будет интересно в любом случае. О, видишь, как оно... Ага, аккуратно тянуть надо. Ага. И видишь, они у них все это. Ух ты, ух ты, ух ты. Вот в этот просвет как раз Наташа будет накладывать хну. Ух ты! Прям. А помните такие ужастики? Там красная рука, там какой-то там летающий гроб. Какой-то там гроб. Я забыла уже. Черная рука. И всякие остальные. А гроб на колесиках-то, не летающий гроб. Ух ты, даже не крутится рука, капец. Нет, наверное. Сахара много поелось. Не говори. Вы уже видео видели, кстати, про кунафу? Вот так. Ой, вот. Ой, ровно ж, наверное. Да. Много, наверное, сахара. А что они имели в виду? На какую-то ручку? Как это? На у меня где большой палец? Вот что значит не ходить к профессионалу. Ну хорошо, можно отрезать. Давай, может, вместе пальчики сложи. Ну вот, а потом разложишь. И как я левый разложу? Ой, левый большой палец. Ну что за бред? Посмотри. Блин, не знаю. Давай ниже ее. А можно сделать просто вот на вот этой тыльной стороне без пальцев? Или отрезать их? Ну, отрезать вот пальцы? Вот, смотри, пригодятся вот. Пальцы тебе еще? Да ну тебя в пальцы, погоди, я не отрезать. Про пальцы, смотри. Я имею в виду, смотри, вот тут вот я сделаю. Так, давай вот так же... вот. Немало баба клопоту, да? Вот то не спрашивайте никогда, да? Ну так нормально, смотри. Просто у тебя будет и как это... Не, ну как бы... Короткий будет. А вот большой палец, как они имели? Это на ребеночка, наверное? Слушай, я не знаю, он такой, блин, а на большого тогда какие-то, да, эти. Ну смотри, ну пальцы-то... А это прикольно на копчик, наверное, будет. Ага, на лоб это будет прикольно. Слушай, ну это ж какой-то... Ну и что, давай попробуем. Уже где? Сели пробовать, давай. Скажи, что, вот так говори. Вот да, вот так вот. Ну это же бред какой-то. Ну не знаю, как бы, вот все как есть. Дорогие телезрители, все как есть. Меня... А кто тебя увидит-то вот так особо? Ну слушай, я в перчатках буду ходить. Не, мне так не нравится, подождите. Так, давай сейчас я прикреплю еще раз красиво. И мы включимся. Да, потому что это, конечно, интересно. Короче, выход найден. Решили просто, Наташа решила распиливать и наклеивать. Было принято решение... Положи ручку так красиво, как скелетик просто. Заняться художественной аппликацией. Вспомнить детский садик или где-то мы такое делали. Ну, что, здорово. Так, оно опять приклеилось или нет? Вторую руку ты мне сама будешь делать. Ну, хорошо. Ой, нет, надо ближе. Наверное. Что не сделаешь ради контента? Чего это ради контента? Ну, мне ради жизни, по приколу. Ну, по-любому. Ты сказала, что еще снять нужно обязательно и зафиксировать на нашем канале такое видео. Давай, пришлепну его тебе. Да, красиво оно так. Ну вот, не, видишь, оно пошло не в ту степь, называется. Давай, стучи-качка-чика-чика. О, стоп, пойди. Не? Положи, сейчас посмотрим. Ну, вроде да. Боже, какая ручка. Слушай, можно хну не клеить. Такая красота. Поди знали, кто-то может и перепугаться. Ну да. Наоборот, прикольно. Слушай, я боюсь, что оно... Как... Ой, у меня аж это... Ну давай, начинаем. Чтобы оно туда не растеклось. И вот... А как я час вот это буду сидеть? Ну да, а что делать? У меня столько страхов. Страхов? Ну ты сможешь, если что. Вдруг это превратится все в одно большое пятно. Ну сможешь, ничего. Хорошо, что я такого не делаю. Ну, с Богом, пора. Так, ну давай, я просто... Так, вторую ты мне будешь это лепить, вот этой аппликацией заниматься. Ну хорошо, я все хорошо. Уже обездвижу. Отложим видео, все сделаем. А вот это вот, слушай. Это ж мне надо как-то выгнуть руку. Ну все. Так, куда жать? А то сейчас пум, я тут вот аккуратненько... Ну давай, ты такую... Они как-то так делают. Футболку одела, которую не сильно жалко, да? Боже, боже, с чего начинать? Дави, наверное, вот так вот. Дави, да? Давай. Так, что там такая идет? Умная, знаете, вот это вот точно. Не, я с камерой, мне нормально. Хорошо видно слабки запасных, да? Ну, вот это я Наташу научила. Да, этому. Оно ж правда. Так, давай, давай. Да что-то не давится-то. Да давится оно. Все хорошо, давайте. Такой цвет немножко идет. Синенький от этого какие от лампы. Синий? А. Не, она аж, ну, она рыжая, рыжая-коричневая. Да, она коричневая. Если вы видите синенький цвет, просите этот лампы, знаешь, у нас оно... не очень...
хорошее освещение. О, вот так вот закрасиваете все, закрашиваете все. Вот это вот. Оно закрашивается. Надо еще, наверное, нанести сестре. Да. Слушай, реально такие синие цветы прикольные, красивые идут. От чего? От трафарета? От лампы, я думаю. Не, не от лампы. Ну, это же искусственный свет. Поэтому. Уже боюсь, чтобы оно туда не затекло под низ и не было одним сплошным пятном. Ну, ничего, буду как эти. Такие. Ну, как будто бетадином чиодом руки намазала. Ага, от меня люди будут... О, хорошо. Слушай, зато... И люди будут шугаться. Да, шугаться. Мы тогда денем тебя в тренажерный зал перчатки. Вот это вот, что это, наоборот, надеваем. Пускай они подходят тогда ко мне. Вот, смотрите, одно закрашено. Все тренажеры мои будут. И мне не кажется, что оно растеклось. Нормально, думаешь? Кажется. Ну, жизнь покажет. Скажем потом, мисс Джохан, смотрите, как мы сделали. Вот такая, все растеклось. О, май гад, девочки, сходите, заплатите деньги, не позорьтесь, да? Так она же нам это привезла. Мы же даже не знали, что такое есть. Там, ну, вот, а ты не знала? Я знала, что трафареты я просто не обращала внимания. Вот эти хны я очень много видела. Ну, хны, да, я видела. Пакетики. А как же делать? Рисовать нужно. Но вдруг кто-то обладает таким знанием, ну, которое... Ну, в салоне обладают явно. Я думаю, что они в салоне другие покупают эти хны. Хотя, кто их знает. Вот, закрашиваем пальчики, закрасим, покажем. Ой, это всё. Прикольно, слушай, такой прикол. Да? Медитация прямо. Сидит Наташа, красит все ручки. Чокнулись. Ну... Ну, мне так... Они на свадьбы, да, делают? Какие очень красивые. А на теле, боже. Так, я тут не облю... Давай тут. Давай. Вот видишь, не про это. Видишь, трафарет остался. Не, это дырочки не пробились. Видно, да? Вот тут капельки. Вот, видишь, черные. Надо было убрать их. Угу, да. Ну, ничего. Будут маленькие капельки. Но так красота такая, да, вообще? Ух! В общем, что надо. Получилось, и покажем вам полную ручку. Возвращаемся в студию. Смотрите, уже ручка такая. Уж комната страха была, когда лунопарк приезжал. Боже, нелегкая эта работа. Как они рисуют? Я в шоке. Ну как, работа такая у них. Она. Так они четко, такая красота. Ну, без никаких трафаретов, без никаких наметок на теле. Знаешь, такой жух-жух, такие вообще узоры. Ну ничего. А тебе оно же... смоется когда-то, да, через неделю? Когда-то, да, через неделю. Если что, отдерем как-то. Белой хной, белой. А нету белой хной. Ну, белой нету, хной? Значит, все. А тот пальчик большой ты же не сделал или сделал? Уже сделал. Уже сделал. Значит, немного от этого отлепляется, но сейчас уже. Значит, надо будет аккуратно сидеть и сделаем тебе вторую руку. Сейчас вторую надо. Руку будем отдирать, но вторую уже вам отдирать. Показать не будем, да. Ну, мы и слова применяем. А ну, можешь опустить вот так вот ручку? Вообще класс. Интересно, оно тут что-то это? Тут... Ну. О, сейчас доделаю. Скоро узнаем. Да. Через пожалуйста, час. Телезрители, женщины, мужчины, прекрасные дети. Люди, лайчочки и комменты. Что женщины? Мужчины, то еще там что? И это и другие небинарные персоны, да? Все, кто хочет. Да, все, кто хочет, может, пишите, нам же так интересно. Нереально. Вдруг люди делали постоянно тут это. Пришли дилетанты. Ну да, реально. Первый раз будет интересно. Тук-тук-тук, прикольно. Не, мне нужно вот такое вот обернуть запястье, как у Дибалы татуировки. Да, вот тут вот прикольно было бы. Я бы себе такое сделала. Так я сейчас сделаю. Не-не-не, давай попозже, когда у тебя уже все нормально будет, тогда ты мне сделаешь. У меня и так все нормально. Все хорошо. А вот скоро узнаем. Ну да, давай. Все, давай, помогай мне вторую. Наташа смеется ему тут. А ну, покажи, вот. Наташа пока наклеивала немножко ей кожу там ножницами подчикала. Ну, три раза. Да. Наташа уже кричит. Нет, это реально будет какая-то как у скелета. Тут же должно быть оно единым полотном. Тут такой пробел. Сейчас будем намазывать. Чем а бы... покажи вот так вот ручки, вот так вот так две. Чем вот так бы вот. Дитя не тешилось, я и так могу показать. Красота. Просто... Я уже обмазалась, вон еще и Оля обмазала. А ничего. Ой, ну давай, теперь ты будешь это. Давай. Блин, народ, тут Наташа так матюкалась, чтобы уже наше видео забанили. Мне же нелегко, как бы я ж пытаюсь каждый штрих закрасить. Наташа, куда, не туда, дави, не туда лезешь. Такой, я, знаете, подозреваю, в первом классе вот ромашку выгнали осталось. С уроков рисования. Нужно это докрасить, и будет прикольно. Тут, конечно, крики были дикие, что я могу сказать. Ну вот, накрасили, ждем. Наташа говорит, тут 10 минут написано. Да, на этой штучке нахнула. Никакая въедливая. У меня просто ужас. Вот она вот
За секунду я уже стереть не смогла. Он красавица все. Ну ничего, ждем, ждем. Не знаем, сколько будем ждать, но одна рука на 20 минут впереди, чем вторая. То есть я 20 минут эту руку красила, и мы не знаем, как ждать теперь. Ну, в общем, с результатом вместе посмеемся. Не, ну конечно, он, видишь, действительно, оно такое не. Нету продолжения, будет странно выглядеть. Ну, ну посмотрим. Мы же странные, да? Почему у нас руки должны быть не странные? Ну что, друзья, как говорится, интрига бешеная. Сколько это прошло? Час или больше? Вот эта рука час, а вот эта вот рука 40 минут. Сейчас и узнаем. Время пришло. Ой, боже мой, Наташа боится, я тоже переживаю. Ой-ой, что-то мне твое... Ой, не так все погано. Вау. А ну покажи. Смотри, вот это даже. Смотри. А вообще даже неплохо. Красиво. Да ты шо? Так, теперь эту? А ну давай. Заодно депиляцию делаем. Что, снимает волоски? Ну-ка. Блях. Ну тут как-то расплыло. Ну, вот видишь, нечего сказать, Наташа здесь красила. Сейчас будем. Кто виноват? Мое снимать. Наташа будет кричать. Блин. Жалко, подтекло. Тут лишь подтекло, ну так, а, ну как ничего боль. Еще. Ну так, знаешь, неприятненько. Ну, ой. Ну подожди, стой, ну красиво. Ну красиво. Сейчас еще надо смыть же. Ой. Ой. Вообще такие мелкие-мелкие узорчики, но какие-то более рыжеватые, какие-то более темные. Блин, как обидно. Ну это такое... Раз это. Знаешь, такое вообще как подпалилось. Ну... О, интрига бешеная, давайте даже привстану. Очень хочется комментариев. А, ой, а. Вот, смотрите, заодно и депиляцию. Надо быстро. Ох ты, положи, ну красиво. Слушай, неплохо. Даже то, что нету соединения, в принципе. Ну, класс, слушай. Вообще, слушайте, не ожидали. Думала, чисто какая-то фигня будет. А ну как? Так, что, 5 снимаем? А ну давай вот так вот сделай. Вот так. Вот сделай. О, вот такая красота, смотрите. Ай, класс. Ну еще ж надо помыть. Ну, интересно. А, сэп, слушайте, я не ожидала. Я не ожидала. Ну, Наташ, заодно депиляцию косяк, сделала, видишь? Смотри. Сейчас, вот эта вот рука была час. Сейчас посмотрим то, что Олечка так делала. Так это час тоже прошло? Это 40 минут. Блин, давай подождем, может. А ну, стой. Хотя вот на этой штучке, на самой хне, там написано... Сними меня, муха на лбу. Да не сними, я говорю, сними камера. Муха летает. Наташа говорит, сними, она на лоб села. Ну, шо? Ну, нормально. Вроде нормально. Смотри, как Олечка тебе сделала. Красотуля, ничего не размазала пока еще. А крику было. Так крику бы не было, так что было, если бы не было. С матюками с такими, причем, если бы снимали, YouTube просто бы нас уже заманил. А я что быстро? Так, я быстро снимаю. Ай, не получилось. О, слушай, мне кажется... Ой, надо было подержать. То, что я делала, красивее. Вот это же оно, видишь, это пленка здесь. Ну, конечно, все, что ты делаешь, всегда красивее, конечно. Смотри, видишь, вот это, мне кажется, сейчас отпадет все. И тут не... Ой. Тогда все, давай держим еще. Нет. Оно, как видишь, оно не прокрасилось. А ну, смотри. Я сейчас, мне кажется, как я как пленочку ее снимаю, она не оставила следа. Слушай, не знаю. Давай подождем. А тут вроде снялось. Хотя вообще здесь, же вот... здесь написано на бумажке 10 минут. 10 да? минут. Моя начальница сказала час держать. Ну, посиди. Ладно, уже. Уже нету мочи. Вот, видишь, оно снимается. Что ж такое? Странно. Ну, красиво. Смотри. Или нет, подожди. Не, вроде не снялось. Раз, два, три, раз, два, три. Так, давай. Красота. Ага. Ого. Ой, как. Здесь уж что-то черноватое. Такое. Нет, ну оно черноватое, правильно? Ты посмотри, ни одно не подтекло. У Наташи подтекло. И ну тут, ладно, и сейчас тут. Подожди, сними еще вот это вот. Давай, Наташа, рвани так. Ну, положи две руки. Ну, красиво. Ну, тут что более темное, видишь, оно вот это вот. Больше здесь было просто. Ну, сейчас будем это. Что она теперь сказала? Помыть так. И вазелином. Не, наоборот, вазелином. Потом вазелином помыть. Потом помыть, да? Ну давай. Так, ты мне открыла. Мажем вазелин, да? Ну. А его много надо? Слушай, я не знаю. Пахнет вазелином. А там были же разные, там с алоэ было, с маслом, да, чего-то. Зашли вчера в мойку, купили авокадо. Сразу.
Да что, так вот типа? Наверное. И что? Зачем вазелином, интересно? Не знаю, чтобы закрепить, может, а держать потом? Да не, она сказала, типа, это намазать, намазать, ну, густо и потом смыть. Она сказала водой, а как же водой вазелин же не смоется. Я говорю, с мылом, а вот это уже не важно. Типа, ну, наверное, смыли. Сейчас намазываем. О, потом... смотри, что делается. Это верхняя пленка слазит или нет? Не знаю, вот, наверное, что пленочка снялась. Короче, сейчас еще пойдем помоем и покажем. Ну-ка, иди в баню. Конечно... То есть тебе сейчас сделают эту конечный результат. Так, я там... мылом намылила. И вот, видишь, оно все по это. Ну, не все, но, по крайней мере, как-то странно. Оно не течет, но, может, не закрепилось. Я думаю, этот вазелин нужен для того, чтобы эти корочки снять безболезненно, потому что оно не везде отошли, эти корки. Для этого вазелин нужен. Ну, вот, ну вроде, сейчас я смою, но мне так кажется, на быстром ходу, в принципе, и незаметно. Так, я воду включу. Покажем конечный результат. Ну что, вот уже ручки смыли, смотрите. Красота, да? Наташа, скажешь, как ты? Довольна? Необычно. Да, как сразу, наверное, как татуировка, наверное, когда. Вообще необычно. На теле, да, необычно, как бы? Непривычно. Ну, смотри, значит, здесь косяк поплыло. Здесь вот это все, видишь, когда я начала мыть, непонятно вот тогда. Хотя вот, это рука час была, да. Вот эта часть руки час была. Бачу, вот здесь вот тоже это косяк. Это мой косяк. Нет, это оно тоже, нет. Это когда я начала мыть, вот именно мыть, оно начало течь. Mm-hmm. И да, у тебя лучше. Вот так вот. А ну, вот так вот. Показывай ручки. Назовем это абстракцией. А ну, вверх поднимай. О, а теперь лицо закрой. Красота. А теперь открой. А теперь? Закрой. Ну, вот я хочу попробовать еще это. Попробовать, красится оно или нет. А ну, показывай. А ну. Я не знаю. Есть? Нету. Нету? А ну. А если так? А если так? Там уже провала салфетка. А если так? Да не, нету. Не, нету. Нету. Ну, значит, вроде не. Слушай, необычно. Такое простецкое. Ну, классно. Все. Как говорится, вот и видео конец. А кто еще... смотрел нас, молодец.